Каждый ученик от первоклашки до выпускника волнуется от предвкушения нового школьного года, встречи с одноклассниками и учителями. Чтобы создать ребятам атмосферу праздника, ведь многие из них впервые сядут за парты, сотрудники администрации Ленинского района совместно с общественными объединениями «Белорусский союз женщин» и «Белая Русь» вот уже четвертый раз проводят акцию для детишек из вспомогательной школы. Это такой традиционный праздник, акция «Вместе подарим улыбки детям», она проходит в 23-й раз. И мы всегда в канун 1 сентября проводим эту акцию с детьми, с учащимися первоклассниками вспомогательной школы. Оказать поддержку в добром деле отозвались организации города, ведь это так важно – подарить частичку добра и позитива, солнечной улыбки каждому ребенку и родителям, чтобы этого заряда хватило на весь учебный год. Главное – подарить детям счастье, любовь и радость. Для этого мы также хотим создать им сегодня волшебное настроение. Так как закончились каникулы, все детки должны настроиться на рабочий лад. И мы хотим подарить чуточку волшебства, хорошего настроения, чтобы зарядить их позитивом на весь учебный год. Дети – это, наверное, то лучшее, что у нас есть. И поэтому 1 сентября для них должен быть праздником. Не обузой какой-то родителю, чтобы собрать ребенка, ходить по магазинам. Поэтому общественные объединения всего города помогают родителям собрать ребенка в школу, чтобы это был для них праздник. Герои любимых мультфильмов, различные конкурсы и загадки, шоу мыльных пузырей. Все это помогло создать атмосферу волшебного детского праздника. Разумеется, не обошлось без подарков. Каждому юному участнику акции вручили наборы канцелярских принадлежностей, сладости и много всего полезного. Здесь очень здорово, и всем деткам нравится, и как бы не только деткам, и родителям. Хотелось бы, чтобы таких праздников было побольше и почаще. Организаторам большое спасибо за такой праздник детям, потому что детям, конечно, с такими особенностями не хватает такого позитива, таких эмоций, впечатлений таких, потому что они долго от этого отходят. И, конечно, почаще такие праздники организовывать. После вручения подарков всех маленьких гостей пригласили в игровую комнату. И участники, и сами организаторы получили множество положительных эмоций. Ведь, помогая другим, взамен получаешь намного больше. И ничто так не согревает в пасмурные дни, как добрые дела и детские улыбки. Людмила Лагодищ, Андрей Щерба, Александр Макаревич, телекомпания «Бук-ТВ».